Маша Малиновская. Маша Малиновская стала жертвой модных тенденций. Когда она только прокладывала дорогу к популярности, многие знаменитости прибегали к хирургическим вмешательствам, тогда это был тренд. Наша Маша тоже не устояла, она решила не только увеличить свою грудь, но и сделала губы неестественно объемными. Сейчас она выглядит заметно лучше. Виктория Боня. Кто серьезно подсел на искусственную красоту, так это Боня. Все началось с небольшого увеличения груди и коррекции губ. Но вскоре это привело к тому, что она сделала себе кошачий разрез глаз за несколько миллионов. Новое лицо понравилось не всем, а Боня утратила свою индивидуальность. Анна Грачевская, экс-супруга основателя Ералаша, приняла решение о коррекции своей фигуры. Она рассказывала, что операция была тяжелой, она продолжалась целых 7 часов, а затем Грачевской еще долго не разрешалось сидеть и спать на спине. Результатом стала точеная фигурка, но с некоторых ракурсов пропорции выглядят неестественными. Виктория Бекхэм. В начале 2000-х годов Виктория Бекхэм поддалась воздействию моды и пошла на увеличение груди. Формы получились выдающимися. На ее стройном теле имплантаты выглядели неестественно и даже нелепо. Однако, когда тренд на большой бюст прошел, бывшая Spice Girl вернулась к своему естественному облику. С тех пор только косметолог без геройств. Юлия Волкова, бывшая участница дуэта «Тату», также перегнула палку с хирургическими процедурами, сожалеет об этом и теперь стремится восстановить свою внешность. Был момент, когда Юлию вообще нельзя было узнать, слишком много силикона было в лице. Юлия Волкова испробовала практически все возможности, предлагаемые пластическими хирургами, от увеличения размера груди до ринопластики и комплексного лифтинга лица. Блейк Лайвли, идеальная блондинка и супруга Райана Рейнольдса, не всегда выглядела так безупречно. Хотя она утверждает, что ее единственным секретом красоты является любовь к себе, хирурги и фанаты знают. Это не так. Звезда сериала «Сплетница» прошла через несколько изменений. Она делала коррекцию формы подбородка и носа, кроме того, с ее зубами поработал стоматолог. Зато после каждых родов Лавли худеет сама, это похвально. Алекса. После того, как участие в проекте «Фабрика звезд» не принесло девушке желаемой известности, она решила поразить всех своей внешностью. Первым шагом стало увеличение объема губ, однако итоговый результат получился неудачным. Последнее время Алекса вернулась к более естественному виду. Виктория Лопарева. Победа Виктории на конкурсе «Мисс Россия» должна была доказать Виктории, что она уже самая красивая, но вышло ровно наоборот. Лопарева принялась всячески себя переделывать. Сегодня ее образ выглядит гармонично, но Виктория теперь похожа на многих других девушек. Увы, свою индивидуальность она растеряла.